Президент России Владимир Путин провел в Анапе заключительное совещание с руководством Министерства обороны, а также осмотрел построенный в этом году технополис эра, сообщают в пресс-службе Кремля. Он ознакомился с медицинской технологией 3D-сканирования. Главе государства показали лабораторию по разработке лекарств и геномных исследований, которые ведутся в технополисе. Технополис эра создан в соответствии с указом президента от 25 июня 2018 года. Задача учреждения – ускорить разработку и внедрение прорывных технологий в оборонной сфере, поддержка молодых ученых, которые служат в вооруженных силах. Сегодня в технополисе представлены 37 предприятий. Среди них крупные, такие как Калашников, Сухой, а также небольшие исследовательские команды-стартапы. Вместе они работают над проектами в области робототехники, энергетики, информационных систем.